Попов, ученый русский, заметьте, да, что приятно, изобрел радио, радиопередатчик, который был впервые опробован в Кронштадте, Санкт-Петербурга до Кронштадта. Это было, вот так было положено рождение связи. Прошло 100 лет, и вот мы стоим в узле связи, который обеспечивает связью весь Кингисеппский район, и плюс сюда заходят связи. Сосновый Бор, Ломоносов, Сланцы, это все собираем мы, обрабатываем дальше. Это телефонные колодцы, в которые проходят кабели и располагаются внутри. Потому что это место сроста двух дринкабелей. Значит, у нас в данном случае вот 48 каналов. Представьте, сколько это 48 отверстий, в которых куча кабелей. Вот они, в принципе, все, которые вы видите. Здесь передается информация в очень больших объемах. Это приблизительно 1 терабит в секунду или чуть меньше. Терабит – это 1000 мегабит. По ADSL оборудование работает не очень быстро, до 10 мегабит в секунду максимально. Дальше идет следующая технология – оптоволоконная технология до дома. Вот здесь 22 дома подключены в данный момент. И количество абонентов в данный момент расшито больше 1000 с копеечкой, где-то 1680 абонентов. Вот. Они сейчас в данный момент смотрят телевизоры, играют в игрушки по интернету, о чем сигнализируют.